если посмотреть на нее трезво, такой, как она сейчас есть, то в России что-то может радикальным образом измениться. Я за Россию без Путина! Россия больна. Сильно больна. Эта власть формально хуже, чем Политбюро. Ни Путин, ни Медведев, они никогда не были публичными политиками, которые шли к власти, завоевывая доверие населения. Они, их участие в выборах всегда было формальным. Мы практически этих людей не знаем. Путин, ты следующий! Путин, ты следующий! Мы сейчас переживаем такой момент. Дело в том, что эти вот... Новые силы в России, они еще не могут о себе заявить в полный голос, их мало. Старых сил много, но они разваливаются. Свобода, сражение, всегда и везде! Свобода, свобода! Свобода возможна для нас так же, как и для любого человека на Земле. Но нам к ней придется идти дольше. Но надо что-то делать. Надо делать всегда, и не надо бояться. Это моя позиция.